С вами канал Улица Москвы. И в этом выпуске прогуляемся по Большой Зеленовской улице города Подольск. Сейчас идем, выходим из сквера имени Пушкина. Небольшой тут скверик, как раз вот между улицей Кирова и Большой Зеленовской. Большая Зеленовская по факту является небольшой улочкой. Вот она вот такая. До этого мы были на достаточно крупных улицах в городе Подольск. Я как понимаю, это от какого-то населенного пункта. Зеленый. Или зеленое. Так, вот сейчас далее у нас будет пересечение с Комсомольской улицей. Ну, тут, кстати, довольно неплохо, чистенько. Вот на этих небольших улочках. Ничего так, в принципе. Так. Что вот это за... Подольчанам, ликвидаторам техногенных катастроф. Угу. Чернобыль, наверное, имеется в первую очередь в виду. Страшная трагедия 86-го года. Закатки нужны все. Такая вот улица Большая Зеленовская города Подольск.
строго не судите. Смотрите, подписывайтесь на канал «Улица Москвы».